Не знаю, где рисовать. С этой стороны или с той. Тут ничего не надо делать. Просто взять и нарисовать. Отваливается, блин. Сука, хотелось бы тут, конечно, уместиться. Окна, бля, тут и солнышко, бля, и фотка будет прикольная. Понимаете, о чем я говорю? Мне нужны интересные места. Я не знаю, там слишком скучно. Так, покрышку тут скинул, пол притащил он оттуда, все перчатки обосрал. Скажите, нахуй я? Я вам отвечу, не знаю, блядь. Не, здесь вот так вот станет она. Вот эта хрень шатающаяся. А там просто даже никак не поставить выше. Все вот так сделать. Жесткая тема.
Джигл сделал на зоне ящик по 250 рублей. Хром. Сейчас будем тестировать. Хорошо. Ой, я хотел сначала, наверное, R сделать, потому что T. Ой, не знаю, зря, наверное, я так сделал. Короче, делаем просто кусок, а там видно будет. Поспешишь, людей хрома. Хром такой этот странный, что джигл, что керри, какая-то вода такая с блестками, что-то между, я не знаю, изи и каким-то, я не знаю, эмальки, которая металлик. Хром металлик, я бы вот так назвал этот хром.
Это нас шмаляет. Можно отсюда просто такой стыж. Хуяк. Это кэп этот каллиграфический. Какой-то он не епический. О, православный Роза кэп. Много ушло с этого каллиграфического. Краски. Ты что, мне не хватит? Уже вторая банка. А у меня их три с собой. Надо было четыре брать. Фух. Блин, ну с розы вообще шикардос. Такое давление. Линия такая офигенно жирная. Что у нас буквой С? Вот, вот так вот. Надо заливать с розы. Будто вот не хочется плотно проливать кусок. Блин, такой кайф с розы делать. Джигл, роза, топ, хром. Одобряю. Третья банка, вот эта линия, только посмотрите. Просто. Hard level. Cap. Расход только маловат, по-моему. А так... Джигл хром я рекомендую. У меня был видос, вот тут будет подсказка. Про джигл. Я контурил им. Мне вообще не понравилось. В плане расхода.
и вообще какой-то он непонятный. Ну а хром в принципе норм. Баночка. Ушел 129 рублей в магазине одном. Блин, а типа, короче, саботаж. Кэп нужен. Соответствующий. Так. Блин, какое оно странное, кэп даже не подходит. Хотя должен. Но плотное, слушайте. Прям вообще 129 рублей. Блин, в ней как будто еще много так краски. Я буду делать тени. Надо прокрасить внутри. Нормальная краска так-то по факту за 129 рублей именно вот, потому что расход вообще хороший и она такая в принципе плотненькая и давление сейчас прохладно, она не подвела. Надо будет еще взять, есть у меня местечко там, где можно приобрести по 129 рублей. Так, это вот намешал, видите, какой должен быть цвет красный. А я все остатки в эту банку слил, и получился вот такой грязно, какой-то фиолет, ой, грязно-розовый. Пылил-то тут, бля. Разобраться бы. Так. Боишься залезать на всякие вот такие подставки, а потом как себе домой, на. Так. Что
что это за линия была такая. Какая погода, вы только посмотрите. Так. Грязи ты навел сверху. Решил Керика тут нарисовать. Осталось тут местечко. Надо. Вот это Г. Не надо делать.
машина тут. Как я тут ползу. Просто пиздец. Ой. Поняли прикол? Йоу, камера подсела. Но она согрелась и заработала. Такой вот результат. Поняли прикол? Типа этот предлагает мне хорошие штучки и типа телеграм мой. Вот вам мой телеграм. Там хорошие штучки предлагают вам. Тут, кстати, была реклама вот этого говна. Я решил вот так вот обыграть. Прикольно получилось.